Динар, добрый день. Первые впечатления ваши от тренировки от сегодня открытой, об впечатлении об Уфе? Да, только положительные, и хорошо приняли, и ребят многих знал, в принципе, все окей вообще. Насколько тяжело дался все-таки вот этот переезд после 8 лет в Петербурге? Ну, когда-то это должно было в любом случае случиться, я думаю, и, ну, в принципе, я был готов к этому, и, ну, что-то такое наклевывалось, и меня поставили в известность, я уже говорил, что и сюрпризом для меня это не стало. Ну, в принципе, не так тяжело, как многие думают, на самом деле. Какое у вас было мнение об игре Салавата в прошлом сезоне? Ну, хорошая играющая команда и спереди, и сзади, в принципе, но она каждый год такое впечатление оставляет. Ну, такая мобильная команда. Что думаете о том, что на Востоке тяжелее играть, потому что на Западе есть явные два фаворита, ЦСКА, СКА, а здесь поровнее? Что-то никогда не задумался над этим, честно говоря. Ну, и на Западе я никогда об этом не думал, и, да и сейчас об этом не думаю, не знаю. Отметили 23 сентября в календаре? А что там было? Матч в Питере. Что за матч в Питере? Подожди. Матч в Питере. Матч уже регулярно чемпионата. Идете? А, нет, я не смотрел, не знаю даже. А был вариант, что вы можете перейти в Акбарс, как там породнее, наверное. Не думали о том, что все-таки Казань получится? И, ну, смотрите, было там 2-3 команды, и так было, что и Питер для себя какие-то, ну, условия какие-то выставлял, я условия какие-то выставлял. Поэтому, ну, и нашли компромисс, в принципе, чему я очень рад, и перешел в Уфу. Динар, ну насколько вообще тренировочный процесс у Лямса отличается от того, что было в Петербурге? Ну, что вы отметили для себя? Слушайте, ну одна тренировка прошла, так тяжело сразу сказать. В принципе, ну хоккей, он везде хоккей. Как-то и клюшки, и коньки те же, лед такой же скользкий. Пока не могу вам сказать еще. Салават называют одной из самых возрастных команд лиги в этом сезоне. Mm-hmm. Что думаете на этот счет? Это плюс или минус для команды? Фу, слушайте, да я не знаю, но сейчас хоккей вон играет там, до 40 лет спокойно, в принципе, многие. Так что не знаю насчет возраста. Ко мне тоже относятся возрастные, да? Нет, для защитников это не так критично. Так что, ну, в любом случае, в любой команде должен быть сплав, как говорят, и молодость, и опыта. Вот. Но в Питере там наоборот, как бы наоборот, помоложе ребят набирают. Ну, философия у каждого своя, и, ну, наверное, только сезон покажет, кто был прав, в принципе. А мы знаем, что Лямса любит очень так долго разговаривать с игроками, рассказывать о роли, о том, в какой хоккей будете играть. С вами Лямс разговаривал? Какую роль вам дал? Разговаривал, но про роли мы не говорили еще, в принципе. Все, он сказал побольше по игре, по каким-то таким стандартным моментам в плане игры, там, выхода из зоны и так далее. Про роль пока мы с ним не разговаривали. Ну, вы сами ждете, там, топ-4, второе большинство. Слушайте, ну, главное приносить пользу, а там как куда поставить, знаете. Ну, буду стараться попасть в топ-4. Как произойдет, не знаю. Динар, есть ли понимание, с кем начнете сезон в одной паре? Вообще не знаю. Сегодня не все катались, как я понял еще. Ну, да. Не знаю.